Ребята, всем привет! Вы знаете, по факту нашего рождения мы имеем право быть там, где мы хотим, и получать то, что мы хотим. Было бы только наше желание. Я перед проектом «Просто Матрикс» прошла 5 продуктовых компаний. Я была потребителем, и построить команду и заработать денег у меня не получалось. И когда я пришла сюда, на таком доступном социальном входе, который может позволить себе каждый, я через 2 дня получила выплату, возврат своих средств, за которые я вошла. Я практически ничего не потеряла. А дальше идет накопительная система, которая позволяет продвигаться выше и выше, дальше и дальше, и все большим и большим выплатам, не вкладывая при этом денег. Компания честная, добрая, справедливая. Наставники у нас, они просто самые лучшие на планете Земля. Партнеры у нас, такие вот они необыкновенно дорогие сердцу. Они у нас с юмором, они у нас с радостью. Все это происходит как будто в огромной большой семье. Я здесь всех люблю, я всех обожаю. Я люблю наш юмор, но больше всего я люблю, когда получаем выплаты. Это просто огонь. Я просто радуюсь тем, что я получила. Я делюсь тем, что здесь есть. Я всех люблю, всех обнимаю и всех благодарю за то, что вы есть у меня, за то, что наша такая вот далекая семья, но она такая родная, она такая любимая для души и сердца, просто слов нет. Я приглашаю вас, приходите, пробуйте. Ведь попробовать это очень просто. Почему просто Матрикс? Потому что у нас очень дружный коллектив, очень дружная команда. Мы идем командой. Меня туда пригласили, и я нисколько не пожалела. Маркетинг очень простой, сложностей никаких. То есть мы все делаем командой. Поэтому приходите к нам. Да, еще. Мне очень повезло, я пришла на 6-й уровень, и при первом же розыгрыше лотерея я сразу перебежала на 8-й уровень. Вот такое случилось приятное событие. Поэтому, друзья, мы вас всех ждем, будем очень рады в нашу прекрасную компанию. Всего доброго! Добрый вечер. Меня зовут Людмила. Я из Казахстана. Почему я в этой компании? Просто мастер. Я много компаний поменяла. Они все ненадежные. А эта компания мне очень понравилась, потому что она надежная и доходная. Меня сюда очень хороший человек пригласил. Мой наставник Раиса. За то спасибо ей за это, что она меня сюда пригласила, в эту компанию. Я пригласаю всех, кому нужны деньги, тем более на пассиве можно заработать. Я вот не умею пригласать, но все равно заработаю. И неплохо. Все хорошо, спасибо большое. Хочу всем посоветовать эту компанию. Почему на сегодняшний день я выбираю компанию «Просто Матрикс»? Ну, один из самых важных критериев, почему я выбрала эту компанию, это можно начать зарабатывать с карманных денег, или, как люди любят говорить, со сдачи с магазина. То есть много денег не надо. Миллионы вкладывать не надо, чтобы начать зарабатывать. Здесь самый простой, самый управляемый бизнес. Хорошие наставники, которые всегда и во всем помогают. Направляют, рассказывают. Даже помогают заработать свои первые деньги. Ну, конечно, компания совершенно легальная. Работает давно, можно сказать, уже мамонт в интернете. Лучшего места для заработка я предложить вам просто не могу. Здесь самое то место, где можно заработать.
почему я в «Просто Матрикс»? Почему именно здесь? Да потому что у нас такая крутая команда, такие крутые наставники. Мне очень нравится здесь, какая у нас обстановка внутри команды. Все друг друга поддерживают, все друг другу помогают. Даже команда моя, она слушает, прислушивается, уважает. Не знаю, ну здесь все так круто. Приходите к нам и сами все увидите. Здесь классно. Почему я в компании «Матрикс»? Вот компанию меня никто не приглашал. Просто какой-то человек добавил меня в рабочую группу. Я 2-3 дня следила за людьми, как люди зарабатывают, радуются. И сама туда же захотела. Я позвонила админу этой группы. Админом оказался самый замечательный наставник на свете. И я сама пошла в эту компанию. Мне дали возможность заработать, научили, как работать там, какие стратегии, как все это делается. Я быстро научилась. У нас самая лучшая компания. По разным стратегиям работаем своей командой. У меня моя команда, команда наставника и наставник, ни на одного дня не бросают, дают возможность заработать. И у меня свое фермерское хозяйство, у меня коровы, телята. Я увидела в этой компании большую возможность, что я смогу заработать денег для продвижения еще земного своего бизнеса также. Накормить своих коров, потому что очень много денег уходит, чтобы накормить скотину. На молоке много не заработаете. Я вижу возможность, чтобы детей, обеспечить своих детей будущее, обучать их. Возможность вижу хорошо заработать. Я хочу сейчас купить трактор, заработать в «Матриксе», купить трактор для хозяйства. Потом купить машину. У меня такие цели в этой компании. Всех приглашаю. Я даже не знаю, лучше проекта я еще не видела. Здесь вас встретят, обучат, научат и не бросят. Тут, мне кажется, кто приходит, все зарабатывают. Я вот в этой компании всего 6 месяцев, я уже заработала около 200 тысяч денег. Всем привет! Сегодня я живу на берегу моря. И в этом мне помогла моя компания. Я очень счастлива, что я познакомилась с этими людьми, что я пошла в эту компанию. Теперь у меня есть отличная подушка безопасности. И я чувствую себя уверенно в завтрашнем дне. Я не переживаю за свое будущее. Я знаю, что у меня будет все хорошо. И именно эти чувства мне дала моя компания. Я знаю, что с каждым днем мой доход все будет больше и больше расти. Я в этом уверена. Мой доход уже составил 20 тысяч в компании. Дальше больше. Как его? Почему же я пришла в «Матрикс»? Да потому что я пришла за человеком, которого очень ценю, доверяю, потому что это настоящий лидер. И я здесь зашла сразу на высокий уровень, на 10-й, и поэтому я поняла, что здесь очень хорошие доходы. И поэтому, если ты человек активный, если ты человек с лидерской позицией, то мы ждем тебя в нашу команду. Это то, что необходимо нам быть и жить в изобилии в нашем проекте «Просто Матрикс». Почему же я выбрала компанию «Просто Матрикс»? Подруга в «Матрикс» позвала, сказала, срубишь ты бабла. Я маркетинг посмотрела и, конечно, офигела. Долго думать я не стала, ссылку быстро разузнала. Ссылка, ревка и прыжок, сделан квантовый скачок. Спасибо всем, кто основал, кто нам возможность подогнал.